это, конечно, экстракт юкки. Да, вот, Лена, если вы позволите, я бы хотела поподробнее рассказать об экстракте юкки. Потому что на сегодняшний день, когда 90% населения, не только в России, а во всем мире, все же болеет ОРВИ, гриппом, микс грипп и ковид, самое важное средство – это экстракт юкки. Потому что экстракт юкки используется в медицине даже при лечении вирусного сепсиса, когда другого... как бы лекарственного средства не существует. Уникальность экстракта юкки в том, что он содержит специальные биофлавоноиды, которые не просто уничтожают бактериальную, вирусную, грибковую инфекцию, а не дает прикрепиться вирусу к нашим здоровым клеткам. Да. Более того, экстракт юкки содержит все витамины группы В, без которых, причем от В1 до В12. Включая никотиновую кислоту В3, над которым сейчас весь мир, в общем-то, трудится. Без этих витаминов группы В невозможен синтез собственного коллагена. Самое главное – достоинство экстракта юкки. Юкка – это в мире единственное растение, которое содержит 60% сапонинов медицинского назначения. И из них 13 стероидных сапонинов, которые используются не в профилактике, а в лечении тяжелых заболеваний опорно-двигательной системы и, самое главное, спондилоартроза. Это неизлечимое заболевание. Там нужны стероидные гормоны. Но со стероидными гормонами человек все равно не проживет, в общем-то, да? Длительно. Да, длительно. А вот эти 13 стероидных сапонинов являются лечебным средством, чтобы человек со спондилоартрозом прожил нормальную жизнь. И еще есть также неизлечимое заболевание под названием муковисцидоз, когда все наши слизистые пересушенной. У нас даже слюна, ее можно резать. То есть очень человек... часто пожилые люди постоянно пить, и сухость. И у кого сахарный диабет и так далее. Но это несравнимо со спондилоартрозом. В мире нет случаев, когда с муковисцидозом проживают, там, допустим, до 20 или сколько-то лет, да? Потому что организм не может жить. Сапонины разжижают слюну, разжижают все наши слизистые, все секреты, внешние и внутренние секреции, вот эти жидкие секреты. Самое главное, очищают бронхи от скоплений после пневмонии, после обычного кашля и так далее. Бронхи легкие после самых тяжелых заболеваний, вплоть туберкулеза. О, это вот серьезно. То есть это средство просто фантастическое. Оно волшебное, на котором работали 3 года. Такое и мы еще не представляли. И в сочетании с пептидами коллагена типа 1 и 3 с витамином С идет моментальное, вы чувствуете буквально с первого глотка. Лена, да? Я вам рассказывала, что сейчас я наконец-то почти под 70 созрела под 2 импланта мне вжили. Я готовилась с сентября, но с октября я пила коллаген. Я думала, я это не перенесу. Вот 10 дней назад я это перенесла, сегодня я в эфире. И когда мне имплантировал, доктор говорил, ну надо же, поверить даже не могу. Ну ладно, на внешний вид я не смотрю, вам сейчас очень плохо. По состоянию слизистых, по состоянию вжилось тканей, хорошо, по всему.
И дома мне каждый день говорили: да ладно тебе жаловаться, выглядишь. Отлично. Представляете, я не знаю, я до сих пор боюсь имплантации, поэтому только сегодня... Почему коллаген? Да, Пинки Бабан, сейчас, секундочку, я цену скажу. Потому что это десна. 1999 рублей, это самое выгодное предложение дня, поэтому забирайте сразу два. Видите, смотрите, даже если вот импланты вставляете, они мгновенно приживаются, как на примере Пинки Бабаевны. Артриты, артрозы, воспаление слизистой, все это уникальнейшие наши коллаген с витамином С и экстрактом юки. Еще раз повторяю, артриты, артрозы, ревматизм и подагра, диабет и мочеполовая система при сахарном диабете второго типа. Звоните, это чистейший коллаген с витамином С, срок годности 2 года, и он мгновенно работает. Почему именно десны, почему именно слизистая? Ну, потому что десна очень рыхлая, это соединительная ткань. Так. И все, что тут аминокислоты еще, весь спектр аминокислот, но белок, это коллаген, это белок, это аминокислоты. Но я даже не к деснам хочу вернуться. Меня очень просили люди, у кого гонартроз и у кого шишки на ногах. Вот где-то должны быть картинки. Вот это такая подагра страшная. Я вас очень прошу найти эту картинку и показать. Каждый человек на свете убеждает меня, когда вначале приходит, вот у меня искривление пальцев, утолщение там фалангов, у меня шишки, это никогда не проходит. Я говорю, если вы мне, профессору со стажем 48 лет, верите, то я вам говорю, проходит, потому что у меня, как и у вас, такая же предрасположенность. Да? Тоже, вы видите, чуть-чуть они утолщены. Просто я им не даю искривиться до такого состояния. Поддерживайте. У меня нет никаких шишек на ногах. В мои 68 лет я хожу на каблуках. Посмотри, но не в этом дело. Так. Ни один человек на свете не может излечиться от гонартроза. Это заболевание уже суставов, хрящей, разрушение. Но, тем не менее, коллаген в сочетании с омега-Q10, который я сегодня представила специально, в сочетании, вот именно для тех, у кого гонартроз и косточки на ногах, пожалуйста, с экстрактом юки. Именно экстракт юки нормализует вот эту ткань и возвращает постепенно в исходное состояние. И аниматод, пожалуйста. Обязательно. Я не вижу эти базы, эти БАДы здесь. Да, у нас, смотрите, забирают сейчас, пожалуйста, да, приносят, асаю забирают, шелковицу, гранат, ламинарию, забирают всю линейку, и такого коллагена у нас еще не было, поэтому звоните.